Фокс. А что надо сделать-то? Ну, я на лестнице так. Чё? У нас есть элементы, и нам нужно добраться от старта до финиша, выставив эти элементы. И что я взял? Все, я лестницу поставил. Марк, зачем ты поставил еще одну плашку? Моя плашка. Марк, ну ты вообще такой разберешься сегодня? Марк немножко не понимает суть игры. А, вот что надо. Кто? А, так это халява вообще ебаная. Там? Так это первый уровень, конечно. Чтобы а тут это не один уровень? А, слишком просто, даже не дали очки за это. А, мы можем брать, мы выбираем, пикаем все предметы. Да. Ничего. А дальше ты куда? А почему тут эти заново такой же уровень? А, тут по подставу делает, что ли, нужно сделать подставу, да? Не, это командный, тут не должно быть подставы. Какой командный? А где Дима? А, вот такая хуйня. А, да что по голове? Я умер. Ой, ебать, я тоже сдох нахуй. А, ну по кругу едете. А, это я эту хуйню поставил, блядь. Зачем? Если бы я игру посмотрел перед тем, как стримить, было бы мне интересно. И как теперь добраться то? Блять, кто поставил вот этого снеговика? А ты как думаешь? Тупой вопрос, согласен. А как мне теперь туда добраться? А, все, халява. Да в смысле, блять, че я сдох-то нахуй? Так тебя убил Вентик. Ой, я тоже умер. Не, я жива, но я внизу. Как мне попасть наверх? Никак. Ну, никак. Умирай. Да, умирай. Я на вот эту хуйню, которая крутится. Не, ну пойми ты, ну все. Ну, игра здесь, что такое? Нет. Кто эту подставу сделал? Да я случайно. Снеговика Диман поставил, блядь. А, ебать, мне очков вообще не дали, да? Тебе в очко дали. Ну берегитесь. ГГ вам. Что это такое, блядь, я выбрал? Бра, надо быть. Удачи, парни. А, да нет. Что такое? Все, я не могу в эту игру играть. Девать меня убило, нахуй. Блядь, да почему я вздыхаю сразу, блядь? А тут воскреснуть как нельзя, чувак? Тут шайбы еще хуярят. Дин, забудь, тебе пизда. Дин, да, забей. На нафиг. Нет, Дин, не ставь туда, мы вообще не выйдем. Да. В смысле, мы по лестнице поднимемся. А, мы респавнимся под лестницей. Да. Там где-то помещение. Нам тут не пройти, да, под, мимо трубы. Угу. Диман на респе ставит эту хуйню. Ну, Диман, мы не пройдем вообще до финиша. Давай, успехов, блядь. Блин, куда поставить-то? Охуенно, Диман, ты еблан? Нифига, Рома, посмотрите на него. А как ты туда дошел вообще, блядь? Да, блядь, да меня закрывает, сука. Ебать, залупал. Охуенно, блядь. Мы тебя сейчас посмотрим. Так, ладно, я вот так вот расставлю вебки все. Ты охренел, Дим? Сейчас с этого места проиграет. Портал юзаю, свечет играть. Что за портал? Я не знаю, я поставлю вот сюда. Это зрители проголосовали за портал? И куда он телепортировать будет? Ты мог этой бомбой взорвать другие препятствия. Я в портал. Просто взорвал воздух. Ой, а чё, меня задело, что ли? И чё, и куда в под... Дина, поддавай, удачи. А почему меня не перемещает в подвал? Нужен второй портал, чтобы выйти. А, бля, есть, реально? Сука. Удачи, Ром. Ром, ты можешь подняться по стене? Не, не может. Блять, как можешь? Вообще добраться до туда? Бля, Диман поставил хуйню нам.
Что, Рома, блядь? Изи. Что творит вообще? Охуенно, я просто... Собираешься на потную катку, но нечего надеть? Обнови свой инвентарь на loot.farm. У нас минимальная комиссия, бонусы и огромный выбор скинов. Поборись за уникальные вещи на аукционе. loot.farm. С нами красивее. Блять, я не спиздил бомбу. Тина, нихуя ты придумала? Нечего тут с телепортом. Бля, я сейчас охуею, если реально телепорт мне не поможет ничем. Взорви. Нет, не надо, Рома! Да Рома, блядь! Какой Рома, долбоёб? А, это Дима? Да. Бля, Дим, ты такой ублюдок. Нахуй твой телепорт здесь не сдался мне. Так, все, начать. Блин. Давай, Ром, успех. Блять, я трупом вылетел нахуй. Бля, я не понимаю, как мне бежать тут. Давай, Марко, у тебя получится лучше. Дима, ты любой крип, это пиздец. А, я думаю, он может быть типа снизу. Бля, я не знаю, как мне тут... А он ашпал даже не может, блядь, выбраться из этой штуки. Он не понимает, как выигрывать, понимаете? Он вообще не понимает, как двигаться. О, сейчас за черную дыру голосует. О, нифига. Сосать нахуй. Соло, блядь. А что Димана прибавляется за ловушку? А, так потому что у меня ловушки нормальные. Мы умерли от его ловушек. Портал возьми, Ром, портал. А что портал делает? Перемещает. Да. Поставь его на спавне. Еще что делать? А это что за монетка? Это альфа-банк. Не знаю, дает денежки, может. О, халява. А что делает цветочек? Ребят, с черной дырой успехов нам. Что делает цветочек? Я а, под... стоп, пока... а черная дыра, она просто засосёт, а как нам пройти? Да. Ну я подожду, пока вы пройдёте. Блядь, Диман. Марко, смотри цветочек. Нет. Понял, я посмотрел, ребят, нихуя нормально он не делает. Пизду. Охуенно, блядь. Блядь, черную дыру, возьмите кто-то ракету её уничтожьте. Всё, пизда, Марко. А как? А всё. Давай, Диман, чё стоишь? Чел, ты меня не торопи, давай. Серьёзно, этот цветок называется. Ой, блядь. Цветок драчун? Я думала... Да блядь, я сам поставил туда чёрную дыру и... Так тебе и надо. Димана цветок забил. Меня цветок тоже забил. Нет, это Рома цветок меня тоже. Забил. А что это такое? Чао, дайм. Вы понимаете, вы по максимальному руините. Нужно пройти же, блядь. Так, нет, надо, типа, подруинивать тоже. А что за залупудина поставила? Мельница какая-то. Ну, туда можно вставать, мне кажется. Да, мне тоже так кажется. Да, блядь, ты заебал. О, прикольно. Как голосовать? Просто писать чат, как я понимаю, вот эти штучки. Да, да. Да я заебался уже от этой хуйни умирать. Давай меня еще в черную дыру, блядь. Пиздец. Ребят, что стоим, смотрим? А я не знаю, как тут проходить, все. Ну, блядь, заебок, охуенно. Твой труп еще из бомбы выстрелил. Дим, тебя засасывает. Не-а. Так. Посмотрите на цветок и труп хантика. Блин, не могу. Ну да, туда почему-то залез, хотя можно было. Так, сейчас буду прыгать. Так, нормально. И тут... Очень аккуратно вот так. Ой. Очень аккуратно. О, как ты живешь? Живу. Блин. Хантика до сих пор пинают, бедняга. Ой, ребята, нам сейчас ули дают.
Что я пикнул, блять, я не увидел даже. Надеюсь, я бомбу пикнул. Вряд ли, Ром. Взорвите черный друг, баны. Либо вот эту хуйню, которая на респе крутится. А кто не пикнул? Марк! Ой, блядь, еще огонь. А, я улей взял. Давай, удачи, Марк. Так, я думаю, вот эта штука, она может помочь, в принципе. Гидрант. Вы заметили, как мы из легкого уровня сделали невозможное? Да. Я протащу свой гидрант. Блядь, охуенно улей тут! Давай, Диман. Дима чисто похож на этого енота, такой... Вот, все. Че, страшно, Дим? Нет. И моя вебка тут будет, все, заебись. Да сука! Давай, блять, уберите эту хуйню ебаную на респе! Давай, пьюзик, проходи. Сейчас. Ты, кстати, можешь пройти налегке, Диман? Пишут, что можно еще присесть. А, ебать. Я понял, все, я понял. Я думал, что сразу затягивай, когда прыгаешь. Я не знал, как это работает. Все, Диман. Сейчас так изи можно выиграть вообще. Бля, кстати, у меня не меньше очков всего. Еще два раунда. А, блядь, не меньше очков всего. Блять, я единственное беру что-то, чтобы помочь нам. Да ты первый раз взял это, Ром. Неправда. Все. Конец тебе, черная дыра, понятно? Туда воздух. Так сделаю. Ром, ты не помог. Я знаю. Ребят, давайте поможем мне выжить, потому что я для вас уничтожила черную дыру. О, телепорт! Да. Умные люди туда прошли сразу. Ой. Дим, удачи. Да я пройти могу. А ты прошла на ТП, Дим? В один. Да. А, блядь, ты на кочку. Последний раунд. Бля, ну не взрывайте телепорт. Взорвите его нахуй. Там ебаным телепортом. Я еще поставлю. Ничего, я еще взял. Блядь, нет! Блин! Господи. Я был в активе в тот момент. Блядь. А, он еще активен должен быть. Ой, я выиграл. Ты супер овца, блядь. Изи нахуй. Ебать вам нахуй. Бля, вот прикольный режим, кстати. Да, прикольный. А это все тут такие режимы? Ну тут их дохуище, там еще внизу еще походу... Еще раз этот сыграл. Давайте еще раз давай, этот. Давай другой уже, давай по крышам. Давай по крышам. А это новая карта будет или другой режим? Да, другой карта, режим прям. Карта. А, или это тоже сам... Да вы заебали, телепорт это хуйня, неинтересно. А там не было ничего, брат, там, бля, руины сразу. Там вы разобрали все. А, я понял. Тем более я один телепорт поставил. Вы его взорвете 3000 раз, бля. Дина. Да? Ой, извините, пожалуйста, я отвечал на сообщение. Ты можешь, кстати, Дин поставить шип прям эту на бой. Можно и не ставить. Бля, это хуйня, потому что этот. Потому что чат все. Ты уебан? Да, нам чат выбрал самую хуйню, типа, нам нечего вообще проходить. Ебать. А, мы сейчас такую дорогу будем огромную прокладывать. Да, это да, пиздец. Нам палочки всякие нужны. Ребят, ну давайте действовать как команда и реально строить. Давайте! Ну, я строю. Диману похуй вообще, Дима. Блядь. Подальше, да, чтобы из пушки можно было дострелить, ставь маленький клочок подальше. Давай, все равно ставь. Да, красава, Диман. Диман, ты чё? На Диман.
А чё за хуйня? Блять, меня пиздануло сразу, блять. Ну это хуйня ебаная, Диман говноед. Ну блять, меня упиздило сразу рука в начале, блять. Я не знаю, что я взял, блядь. Что за хуйню Диман поставил? Какая-то машина времени. Ну, блядь, ну почему я сразу пиздец? Я не двигалась вообще, что? Я не двигалась. Ай, боже, вы активировали боксерскую грушу. Ой, налетел, ебать. Ну, блядь, меня цветок запиздил, сука. Халява. Ну, с Ромой сейчас выиграет сразу, блядь. Я аутсайдер, нахуй. Да ладно, тут на интерес игра. Так, а что если я поставлю ее сюда? Ты пушку все закроешь. На интерес игра? Ханти, говорю, мы на 100 тысяч играем. А, да? Ну тогда держитесь, все, звезда вам. О! Давайте придумал один. Понял, да? Сука, да! Ебать, там трупик летает нахуй. Че, подождем? Да Дина все взорвала, блядь. Да, блин, я слишком высоко поставил. Диман ждет перчатку, блядь. Ай, блядь, я не умею. Ром, ну... Ну, бля, мы же друзья. Согласен. Да не, блядь, там невозможно. Ну, я даже не могу попасть в эту хуйню. Нам Дина уебашила, блядь, этот... В смысле, я побольше хотела. О, черная дырочка. Угу. Удачно. Дин. Дин! Мы не выйдем со спауна вообще. А что она сделала? Черную дыру въебала туда. А. Охуенно. Бля, да тут пока что невозможно вообще никак пройти. Завис. Бля, чат там голосует, чтобы, блядь, мы эти предметы уничтожали, мы их только ставим, блядь. О, давайте вот эту карусель возьмем. Так. Нормально, нормально, сейчас все получится, ребят. Толпа, я встал. Да, блин, Дима! Бля, там залупа еще стоит, вот эта мусорная, её надо тоже... В жопу! Блять. Я вспомнила, почему я больше не играла в это. Бля, вы видели? Я не понимаю, что такое. Ну, получается. Взорвите этот какашку мусорную, блядь. Хочешь цветок взорвать? Красава, Марк. Вообще лучше. Да, блядь. Вот оно было в радиусе действия, я не понимаю, почему не завязалось. Да, блядь. Да телепорт говно ебаное, но это не... А я не ставил телепорт, это не я поставил. А кто я поставил? А почему я обратно переместилась? Дина, ты поставил телепорт и даже... А, ты зашла. Я зашла, а потом зашла обратно. Мне интересно. Но я его больше не брал. О, за возврат дают деньги еще. Красава, Дим. Ты Диму поставил. А что за часы? Ух, ебать. А, я могу пройти! Ух.
Бля, что за хуйня? Почему меня пиздит? Почему меня пиздит цветок, когда я в пушке, блядь? А что это за машина времени вот эта? А, на самолетик отправляет? Да. А, короче, я на самолетике сейчас долечу. Блять, взорвите нахуй это. Пожалуйста. Вот эту бомбу, блять. Да нахуй там-то взорвал, блять. Захотел, ёпта. Один сейчас на самолетике полетит. Да. А ты не залезешь на него один? У меня все рассчитано, Ром. Он сел, шипы поставил. Дим, деревяшка. Ты голос не тут? Дима, что творишь? Итак, я жду самолетик. Что, блядь, за хуйня? Почему мне именно так не везет, блядь? Фак! Самолет сжирает черная дыра. Фух, ебать. Это было сложно. Ой. Прыгай, Диман, давай, прыгай. Ребят, у вас тоже ощущение, что он шел по улице зимой, поскользнулся и начал падать. Он залезет. Вот что значит страсть к жизни. Охуенно, блять, Рома выиграл. Блять, Рома реально всегда в такой хуйне выигрывает, блять. Да. А я не знаю, с чем это связано. При этом вроде можно менять направление. Так, а чё? А, разблокированы уровни. А куда нам надо идти, чтобы на следующий левела пойти? Там в колодце есть что-то. В колодце, я так понимаю, эти, как их зовут? Ну, колодцы, блядь, мистеры колодца, да? Пойдем на колодце. Так, загрузчик уровней. А почему это? На крышах вопрос висит? Нужно, типа, выбирать уровни? Да случайный, гоу, и все туда, вон там, справа есть. Так мы можем... А так случайно мы зайдем и что? Да какая разница, ничего не открыто, погнали. Так нет, открыто, не, мне кажется. Стоп, в смысле? Я же заходил в меню. А, не, разблокировано уровней 2. У нас пишется 2 уровня, видите, разблокировано только. У нас только ферма и крыша. Можем пойти в крышу, где еще вопрос остался. Так они и спиздили, собственно. Ой, ой, что это такое вообще? Что происходит? Ебать. А, охуенно. И как тут? А попробуйте взорвать, вот эти блоки. Спереди. А, может реально можно взорвать? Диман, ну перед нами, перед... Так ты не пробовал. Дим... Да боже, Дим. Бля, ну ты придурок, сука. Ну ты даже не дашь посмотреть новую вещь, Дим. А все, мы можем просто умирать сейчас. Дим, ты нам просто дополнительный уровень добавляешь, чтобы сделать то же самое, что мы хотим сделать. Ну, нормально. Не давайте проходить друг другу. Так, блядь. Я это придумал, чел. Давай полезное брать, Хантик, где здесь? Ставь марк лестницу чуть правее от этого трамплина. Правее, вот так? Ну и ниже. Так, и с лестницы давай ты на мою пружинку тогда будешь прыгать. Вот так норм, ребят? Да. Не, бля, а, блядь, там, там с моей лестницы будет верхнюю вот эту. А вот эта хуйня, это что? А. Дверь. О, дверь. Ребят, в нее можно и перепрыгивать, если что, просто пройти в нее. Бейте. А, блядь, там шипы, блядь. А, там колючая проволока. Блядь, что-то не подрасчитал. А, ебать. Давайте взрывать ненужности.
лимана, типа? Не взрывается? Что-то не взорвалось. Нет, оно не взрывается. Не взрывается? Не-а. Значит, здорово. Снизу нужно проходить. Блядь, посмотри, что Диман делает просто, блядь. Да, даже вот эти нельзя. Диман вообще молчит нахуй уже полчаса в точной, такой чисто сидит там. А еще будет ранец? На, на чел с ранцем, это как? А я, я прочитал, что это такое. А где? А где ранец? Это на спавне было. Ей. А, халява. Давайте, надо взорвать. Ну я так для эксперимента взял. Ладно, возьму полезное. А что за сено? Возьми сено. А почему с сеном там Twitch интеграция? Это значит, Twitch выбирал чат. Блять, какой Диман, сука, уебак. Уебак. Давай, полетай, уебак. Нихуя ты. Диман, какой же ты уебан! Какой же уебак! Ой, я сгорел. Блять. А чё, два ранца только было, да? А. Не. Он выдаётся. Блять, ебаные ранцы. Блять, чтоб ты понял, Диман поставил ловушку на ранец, блять, и сдох с ним же нахуй просто. Я не знал, как мне Не, я был не против, чтобы его сожгли. Просто он неправильно его поставил. Так, я сейчас выполню свою предыдущую затею, я долечу на самолетике. Давай, успех. Спасибо. Там, посмотри, там нельзя пройти будет, потому что он закрыл, блядь, проход, сука. Давайте, полетели. Так, я жду самолетик. Ой. Дин, на нем летать нельзя, походу. Фак! Давай, давай! О, блин! Он... Это я его тебе сломал, Дин. Ты мне, блин, Роман, что за... Ломайте друг друга, все, блин. Ка, он лег! Диман лег, пиздец. Ой, там, ну, там, не, там не сойти. Диман, тут ложиться можно. А как ложиться, на какую кнопку вы легли? Вниз. Бля, Диман тоже как я мне делаю. Мне нравится, как вы прячете свои по углам. Ну ладно, чё. Хватит, не надо. Ну, извините. А зачем вы на финиш ставите вообще? Там же нереально очень. Ставь на старт. Ты мои ранцы ломал, блядь. А! Сука, крыса ебаная. Пиздец. А еще, ребят, как вы на них залазите вообще? Да, у тебя мертвый, проверен. Прыжок, прыжок, Дин! Дин, прыгай, прыгай, прыгай! Дин, ну удачи. Красиво. Угу. Красотища, блядь. Красиво! Давай, Дин. Бля, Дин, а когда красиво уже закончится? Да блин, что вы тут подоставили? Не даете честным людям, честным курицам пройти. Да ладно, тут не пройти. Бэш, чтобы сдаться. Надо взрывать. Библитумп. Хантик, ты вроде баланс очков получал, теперь получаешь меньше очков, подчиненных с игру. Как я его поломал? О, нормально. Так, а это что такое? Че, сейчас по своей методике пройду. Нормально, самолетик имба. Самолетик. Да не я, я самолетик. А все. Что дальше? Вы просто все умрете и все. Блять.
Дин, ну тут все. Не поняла, Рома, как ты перепрыгнул тут? Можно не вставать. Сука, там шипы ебаные. Я полезное взял. Ты красава. Mm. Да, в принципе, у нас дорога вся построена. Нам только да, как-то вот через шипы пройти. Нужно. А как мы... А, ну да, можно, можно. Ну, естественно, блядь. Ну, естественно, блядь. Ну, все, тут никак не... Что? Ну что за хуйня? Бля, это сука! Ебо рот этой игры! Ой, чё он так слабо прыгает? Тебе и надо, Дим, ты слушай. Чё он так слабо прыгает? А вот потому что ты лох ебаный, Диман. Да. Он очень слабо прыгает. Ну охуенно, блять, оставили мне. Бля, почему я раньше реально не играл в эту игру, пиздец? Я все стороной обходил эту штуку. Как арбалет работает? Я узнаешь. Так, блядь, можно миссия не пройти нахуй, чтобы другие не прошли? Да, да, да. В этом задаче я-то пройду, а вы нет. Я-то пройду, а вы нет. Да ты не пройдешь, ты видишь, ты не проходишь. Дин, ты тоже. Прошел ли на? Я ебал в рот, блядь. Красава, Ром. Я, блядь, в рот ебал этот прыжок, блядь, свой. Ты получаешь на 10 очков меньше, когда проходишь. Да похуй. Че, я разозлилась. Че, ГГ, всем понятно? Классен. Какая диван, мудак. Смотри, что он сделал. Я подожду пока. Давайте. Блин, ебать, ебать, я придумал. Охуеть, ебать, ты гений, Ром. А ты знал, что так будет работать? Ты знал, что так будет работать? Да, там видно. Блядь, там не пройти из-за Димана. А телепорт рабочий? Да не, ну тайминг можно какой-то выждать. Только еще это пламя, пиздец. Сейчас, я сосредоточусь, я попаду в тайминг. Давай. Ты хочешь на телепорт прыгнуть, Дин? Да-да-да-да. Да, он там прям к финишу ведет почти. Че, сдох? Почему я умер? Я просто так умер, блядь. Блядь, да сука. Хорош, Ром. Ты ебала? Еще два раунда. А, ну все, я победил. Блядь, забрал бомбу, не дать нахуй. Дин, выбирай. Так. Что это за колесо, Марк? А зачем ты его туда ставишь? В смысле, не понимаю этого. Дин, закрой вот эту хуйню, которая вверх дует. С ней невозможно. Или, а, okay. О, да. Блядь. Блядь, какой же ебла. Блядь, сука, не понимаю. Пиздец. Ну все, я, бля, ебал. Я попаду. Говно, ебал. Блин! Я... Фак, я попала в
тайминг залезла из телепорта, но я не заметила, где он находится. На магнит прыгай, Диман. Ты видел, где телепорт стоит? Ну я понял, как работает. Так я из второго вылезла как раз. Дим, жопу стыдно. Блядь, ей поротор. Его труп состоит в жопе. Миня, уйди, уйди, Миня. Ты видели, там было уже 3 или 4 стрелы. Все, я не буду руинить, ребят. Я не буду руинить, блядь, в то время Диман нахуй стоит. Дима, похоже, чисто на эту ноту. На, держи. Иди на, блядь. Блядь, посмотрите просто, что вы с финишем сделали. Я так понимаю, что ты инициируешь новую пару телепортов. На нахуй. А как я умерла? А, шайбы, господи, блин. Блять, я вас как Димон, я вообще не знаю нахуй, что этот... На нахуй. Все, я победил? Да. Почему мне очки не дали? Этот гандон всем руинит, блять, он ни себе, ни людям, блять. Угу. Марк, а как ты прошел? Я не прошел, я по очкам выиграл. Давайте next вы. Без меня, ладно, мне нужно это. Мне нужно идти. Иначе я там не успею, потому что запланировано. Хорошо, давай. Ладно? Давай. Боже мой. Глаза вылезают. О, монетка. А, тут все закрыто. Стоп, а что? Пойдемте. А, тут не надо ставить эти? Походу, тут как платформер. А, охуенно, блядь. А, тут надо пересыты. Перевозрождаться. Давай я тебе на голову залезу, Ром. Ты не сможешь. А, тут сверху, ты видишь? Почему я не могу возродиться? Почему? Нахуй ты говно запускаешь, запусти обычно. Я могу другой запустить, скажите другой, я поставлю другой. Я же не знаю, какие тут левела. Мы же не играли никогда в это. Почему я не могу перевозродиться? Да потому что ты проебал уже. Я нажимаю Б, удерживаю, она не возрождается. Ой, ебать. А, надо ждать, пока все умру. Давай! А, вот все. Нихуя ты на том. Мы с моей монеткой идем. Короче, надо тогда на Next еще, когда будем играть, надо спросить у ребят, какие уровни охуенные. Чтобы эти уровни сразу поставить, мы их проходили. Бля, мне прямо припекала такая игра. В общем, мне странно, что я еще не умерла. Блять, Рома, блять, трайхард, пиздец. А тут вообще нигде умереть больше нельзя. Я понял. Марк, ты умер в единственном месте. Да. Нажми, ебан, не могу нажать. А где финиш? Хрен его знает, я просто иду наверх. А у вас тоже экран супер отдаленный? Ну да. Да. Чтобы мы видели, потому что Дина должна себя видеть, а я и себя. Ой, светофор, пожалуйста, светофор! А он ничего не делает, он. Надо карты с вопросом проходить вверх, а ты хуйню стоишь. Ронли, я не знал. Мы не играли никогда в эту игру. Давайте я другую сделаю тогда. Да, это что-то похоже, да? Ребят, давайте... Да не, Хантик, не ставь. Ну ты мудак, нахуй. Блять, сразу видно, кто чей сын. Ой, Хантик. Так, блять, что вы, телепорты мне отложили? Ну ты и Хантик. А, нихуя. О, он ломает, сука! Фух, ебать. О! Старый особняк, открыт уровень. Старый особняк. Шайба ломает. Шайба ломает, нахуй, этот уровень. Все.
Почему она разломалась? Ну, бля, и чё мне брать? Нормально, смотри, Рома, можно пройти вот так. Забирайте все коробки. А как нам им все забрать? Вот, например, на ту верхнюю как забрать? Ну, надо построить что-то. Жопу. Охуенно, блядь. А что вы мне сломали? А как сломали? А как вы сломали? Это шайба, наверное, как-то отбилась, я не знаю. А что вот эта штука делает? Какая? Огромная полоса такая. Это не полоса, это шайба из слезания. Ну заебись, мне ничего не остается. Похуй, мне некуда было ее въебать, все равно тут ничего такого нет. Нормально ты, Дин, придумала. Но вам это особо не помешает. Помешает да, тут халява. Потому что Диман ушел, блять, у нас никто руину не ставит. А у нас просто меньше людей, типа, сложнее руин. Можно скорость, когда прыгаешь, а как? На shift, нет? Что за колесо? А, давайте немножко усложним задачу. Постройте дорогу вверх и заберите коробку. Блин, я бы тоже на самом деле забрал коробку. А что она забирает? Она либо уровень открывает, либо еще что-то. Но мне вот я большую коробку попал, уровень открылся. Блять, прям в стрелу нахуй прыгнул. А ты можешь залезть на колесо и попрыгнуть вроде. А что за мусор ты поставил, Марк? Открытый уровень у Макривский. А, блять, это я Роме открыл еще, сука. А мне откроете? Халява, спасибо. Давай, Дин. Почти. R, Shift. Хуя тут такие коды. Блять, ну я не знаю, что тут. Можно вот эту поставить, она по сути не будет пиздить. Прикольно, кто-то там придумал, блядь. Дин. Блять. Дин. Красава. Давайте посмотрим, что получится. А на этот телепорт можно залезть, или он как невидимая текстура сейчас? Будет, можно. Можно. Да, ББ-лузеры. Ага, нельзя, нихуя. Так в смысле, ты же не... Там же у нас второго телепорта нет. Так я говорю, залезть. А, наверх на него. Ну, я что, надеялся? Дин, давай, ты, блядь, ставил, ты первый опробуй. Должен прыгнуть. Ну, можно на верхушку ули встать, в принципе. Так он уебёт. Не. Ну, давай. Здорово, Том Реду. Вставай, Дин. Я не допрыгну, боюсь. Ладно, чё вы? О, нифига. Охуенно, блядь. Охуенчик. А чё ты, Дин, на верхушку ули не прыгнула? Ну, ули, короче, можно спокойно перепрыгнуть. Да. Да, нормально. Монетка. Чё монетка дает, я забыл. Ну, давайте дырочку куда-нибудь поставим. Чтобы она так слегка подсасывала как-нибудь. Куда поставить дыру? Да в любое место, так, чтобы нас не сосало только. Ну да, спасибо. Туда, куда монетку въебал, попробовать, что это, блядь. Чат, куда монетку? Ой, да давай, один ставь.
Я понял, Ром. И чё, я взял монетку и что это? Теперь она за тобой бегает. Блин, да сука! Там такая комбинация ёбнутая. Бля, чисто теоретически можно в телепорте сразу прыгнуть на пробел. Нет, нельзя. Нельзя, ребят. Я так просто решил наебать. Марк, пчёлы! Блядь, Марк, беги! Сюда, нахуй! Лорекс, спасибо за сап большое. Спасибо за сап. Сколько, блядь? Нифига, офигел, ебать. А хули вы хотели? Я монетку еще взял. О, что за светофор? Мы светофор брали? За что? Бля, ебать, бля. Ух ты, бля. Светофор дверь открывает этот, на зеленый. Блять, блять. А как я умерла? Бич. Сука, бич. Так, ща, я жду, когда дверь откроется. Охуенно подождал, блядь. Охуенно. Ты в стенку бьешься там, короче, понял? А как? Ну, в стенку бьешься, там нету пола, и ты просто в стену хуяришь головой. Потолок. Так, Дина пошла по руине, да? Нет. Я как раз хочу построить нам прохождение. Да блин, охуенное кто тут обтемяшил? Охуенное прохождение. Вот, тут мы прыгаем вниз и дальше на вторую. А я наоборот поставил, я может не туда поставил, я хотел, чтобы эти искры не долетали. А вы сейчас дверь же будете... А, не будет. Я через низ пойду. У меня все продумано. Алло. Да сука, шайба, блядь! Улетел, уехал с крыши. Нихуя. Ой! Что-то не работает твоя методика, вот эта, блядь, с прыжками. Ничего, на второй раз точно сработает. А там еще шайба сзади пиздец. Да, шайба пиздец. Поэтому нужно следить за этим. Бля, чуть-чуть и хватает, сука, писюлечку. Подожди, не выигрывай, я хочу попробовать метод. Это что ты поставил такое? Я не знаю. Не убирай, только посмотрим, что это. Вот это. Лучше дыру. А хотя нет, если дыра, то все в телепорт полезут. Поставь между шайбой и первой дрелью. Вот так? Да не... Нормально, Марк. Ну блин, так челлендж пропадает. Шайба будет биться в лестницу. Да блять, сука! Как ты умудрился? Да блять, потому что Рома въебал эту хуйню мне. Какую? Вот эту, блять. Да блин, ты уже не попробуешь свою методику. Это пиздец. Погнали на особняк вот этот, который открылся. Давайте. Бля, прикольная хуйня, прикольная. Так. А куда? А, нихуя, у нас отсюда старт. Бля, ну давайте сюда поставим. Она, наверное, водой будет. Еще мастерская есть, да, мастерскую я знаю, но это... Я не знаю, какие там левела хорошие, поэтому проще по стандартным левелам пройтись. Потому что понятно, что это от разрабов. Думал, в дыру можно? Не, я думал, как-то через стену можно прыгнуть. Угу. Единственный. Ладно, тут уже никак не прыгнуть. А вода не сносит. Какой же ты долбоёб. А, ну мы все равно нужно умирать. А почему у тебя 90%? Ну да, мне там что-то надо поправить, чат написал, но пофиг. Типа, меня собраляют. Ну, блять, ладно. Пока что нечего особо брать. Согласен. А вы мутаторы использовали? Кстати, я не знаю, что такое. Можно будет. Вот сюда, так? Примерно. Ну да, да. Туда там таймер надо ловить еще. Плюс там, вот блядь, шипы. Кто-то поставил шипы. Хантик. Чего? Блядь! Блядь! Вот первым посередине кто поставил? Она была изначально. Ну, блядь, что за хуйня? Опять на этом же умираю. Блять, да сука! А, я поняла!
ребята, это желтая слизь, она приклеивает нас. Поэтому мы не можем нормально прыгнуть. Да, да, да. Там можно пройти, короче. Да-да-да, надо на ней не стоять. Да вроде тут и так уже проходимо. Да. Не знаю куда. Ну давайте. Я могу вот так поставить, чтобы точно. Да я вам гидрант поставил, он в принципе уже охуенно делает. Блять, как ты еблан? Говорит, зачем руинишь, бля? Я, Вам, ты точно не в я черную дыру, блять, поставлю в следующий раз, сука. Знаешь, опять здесь умру. Сука! А, твой гидран мою хуйню сломал, сейчас за хуйня. Фак! Гребаная клей, гребаный блядь. Да блять. Ну блять! Давай, лошадка, ебать. Блять, блять, да они одинаковые тайминги, это, летят, блять. Как ее пройти? Кстати, да. Там если ты ж... пиздец. Ну, музычка бодрая, блядь. Мадагаскар. О, нихуя, я придумал. Не стой! Нет, ты, блядь, нет. Придумал! Здорово! Нет, так в смысле, вы пройдете, вы прыгаете на этот, и он подкидывает. Она не сломает? Не знаю, может сломает. Че, я ничего же не руинил. Ставь, Антос, давай. Там целый блок есть. Ну да, скорее всего, она может сломать. А, нет, нет, она, нет, она проходит мимо в нее. Бля, где? Да я ебал рот этой хуйни клещейся. Дина тоже, видимо. Да. Да блять. Да блять! Давай, лошадка, падай нахуй. Да блять! Сука, ебаная хуйня с клеем. Как мы первый раз ее перепрыгнули? Я не знаю, на лаки, блять. Не, да там надо достать на краешек, блядь, просто. А как это вот это делается? То, что взрывается нахуй все. А, это, блядь. Тю, ебать, ну там предметы еще стоят. Короче, все, в пизду, блядь. Все, я нам хелпу снизу поставил. А сейчас эта доска сломается или нет? Хотя нет. Блядь, я надеюсь, нет. Все, нам некуда падать теперь, ребят. Она не должна ломаться, блядь. Командная работа. Мне можем умереть физически тут. Никак вообще. Вообще никак, ребят. Я проверил. Ну, блядь, я ебал, нахуй я ее поставил, блядь. Сука, все, ломайте ее нахуй. О, бумажный самолетик нам пустили. Только непонятно, куда его здесь пускать. Так, еще одна подстраховка. Все, блядь, сбил нахуй. Точно не умрем. Блядь, а нельзя развернуть, Ром? Мне писали, можно как-то менять направление, только я не знаю как. Да, попробуй. А, на Q. Посмотри. Я что-то так и понял, что на Q почему-то. Давай, может, развернем бы сверху постоянно. Хотя нет, стоп, зачем? А, на Q я не понял. Да. Это бред. А хотя прикольно. Не бред, не знаю. Вот так, ладно. Все, нормально, физически, мы не умрем. Физически нельзя умереть. Как. Да блять, тут. Да блять! Ебало! Мои расчеты не верны. Вообще-то ломай. А как ломается этот? От гидранта, наверное. Или. Не, не, кстати, я походу. Я, по-моему, головой просто в нем врезался, и она ломает. Блять, да сука! Да, она головой ломает. Видимо, серые блоки все ломаются. Убавь микро? Блять, сори. Я потише буду, блядь. А мне нравится так работать сообща. Блядь. Ну как сообща? Диман просто ушел, блядь. Так, куда еще дырку заткнуть? Ну давайте вот тут. Короче, чтобы мозг не ебать. Ван? Там нормально все будет, там на гидрант можно прыгнуть. Но если нельзя будет, в Next можно поставить, чтобы прыгнуть. Охуенно. Фух, подстраховал сток. На гидрант же можно запрыгнуть? Да, можно. И что дальше?
Бля, я ты в тайминг попал. Я эту игру в рот просто ебал, нахуй. Что это пиздец, я даже гидрон не могу, блядь. А самолетик разбился, вот сол. Блять, что можно... О, нет, джет... короче, я джетпак не буду брать, я не хочу, что это слишком халявно. Хотя тут, блять, тут даже с джетпаком, мне кажется, не очень удобно проходить. Кстати, тут вообще бля. Некуда лететь. Куда ну, тут поставить? Попробую, давайте вам скажу, только не забирайте мой джетпак, хорошо? Да, охуенно. Ебать, придумал один. Ясно. Марк, не лети туда, сука. Хорошо, ребята, я буду с вами проходить. Ты умер? А как ты умер? Пизду, я ебал в рот. Я а нахуй умер? Я нахуй вообще спускался, блять, вообще просто. Это пиздец. А как ты умер? Я, блять, попался на какую-то хуйню. Ой, мне дали баллы за ловушку. Спасибо, Дин, блять. Что за телепорт такой? Это другой какой-то? Не, телепорт, короче, не буду брать. Я буду брать доски просто. А у нас джетпак остался, да? Нет. Я прошел со школы, и ЕГЭ готов, поздравляю. Так, ну, блядь. Ну, так. Просто заколотили. Нет, шанс. Нет, тут, кстати, да, тут вообще никак, блядь, все. А. Я нашел лазейку, ебать. Найс, блядь. Не, ну, кстати, да, тут реально шансов вообще все уже нет. Да, вообще, блядь. Все, один прошел, блядь. Ловушка. Да я в твоей умерла. Бля, охуенная игра. Пиздец. Все, давайте по кофе поставлю. А, будет крутиться? Да, будет. Как я вообще умер? Так, ладно, я должна пройти. А сколько тут людей? А, ну да, тут, наверное, четверо максимум как раз. Чат, тут же четверо максимум. Идите в жопу, идите в жопу! Немного не так, я представлял, как она будет крутиться, блядь. Блядь! Она же, она убивается. Халява, блядь. Её уровни... А, я кого-то убил? Уровни с вопросом запустить? В смысле? Дин, ну да, нам же клея мало вообще в этой игре, блядь. Ну давай, Рома, то слишком легко. Роме-то два, блядь. Два раунда осталось до победы, блядь. Сука. Да блин! Удачи, Марк. Ебан, блять. Сука. Че, давайте ластовую сыграем? Давай. На другом левеле. Кстати, нет, тут должно быть халява, наоборот, мне кажется. Блин, я выгляжу как маньяк. А нам не залезть как минимум на верхнюю. Попробуем один, попробуй поставить между вторым вот этим и третьим, чтобы наверх запрыгнул. Сюда, да? Не-не-не, пониже, на следующий. Видишь, мы с того не перейдем. Слева, один, слева. Слева, да, да. Вот, да, вот здесь, да. Вот так как-то тут такого, да. Ну туда мы все равно сейчас не запрыгнем. Думаешь? Да, да, отсюда нет. У кого ник Веном Ковид? Я видел, в чате появился. А! А, можно! Ага. Угу.
Сейчас я вам шайбой поебал от вас. Нормально, ребят. Не, блять. Все рассчитано. Прикольно. Так, я доску беру. Да, заебись. Ну, охуенно. Ну, ладно. Ну все, должно проходиться. А, нет, нихуя. Ребята, только оставьте... Спасибо, что не взяли монеточку. А, на shift бегать честно, можно? Честно, я бы взял, я бы не оставил. Я просто забыл про нее. Ну я еблан или чё, блять? Ну это пиздец. Ром, возьми за меня монетку. Бля, да, ща. Давай. Ты хоть перевернишь и шай в другую сторону? Блять, я проебался. Я забываю, что тут можно... А, Рома, похуй, он, блять, проходит. Донёс, ебать. Чё,